Игнат Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчестно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебе Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога Слова, рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери, силы честного, животворящего Христа, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси человека любит, аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не корижи благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припаданьте блажа, ангельскую песнь вопиемте сильный, свят, свят, святости Боже, Богородицею, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возьмих меси, Господи, ум и просвети и сердце, и уснемой отверзи, воежи петь и тебя, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кайго же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбца лиси обычно, и в нищане лежащего возвиг меси, во ежеутренне славословите державу Твою и ныне Владыка. Просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайте со совесем Твоим и разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечьем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Девяносто седьмой псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца его доставили ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы. При лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. 98-й псалом. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на сегодня велик, и высок Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. 99-й псалом. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паству Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Сотый псалом. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли,
чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли. Да искоренит, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь ты никакие дела, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна веры моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит за меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрево матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Блестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, постоянно блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил у меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и худные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня
от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святоугодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твоя сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного родителя и сродника благодетелей, митрополита Марка Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея, диакона Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический и нащеский чин, и высший истинный служитель миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающего Господи священника, рожденного свыше благовестника, и место для занятия, если угодно Тебе, смири власти воинств своих, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся, и преобразуй сердца в духовные. Касись их Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этого смутьяна Алексея укроти, и все их сообщество развей, и покажи им ту бездну, куда они завлекают людей. Научи нас, Господи, искать жизни тихой и безмятежной по слову Твоему. Слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего почином добрых помощников, наставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было в Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Тебе, ибо верующих Тебя, рожденных свыше, исполняющих Твои святые заповеди, Ты назвал святыми избранными. Помоги нам оправдать эти названия. Благослови. Слава Тебе, Христе Боже наш, защити, Господи, наше жилище и селение от пожара, воров и нечистой силы, и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Владимиру, дай веру, благослови Людмилу, Владимиру, Любовь, Алексея, Иосифа, и прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы Твои святые, сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. Соделай всех истинными распространителями благой вести. И о скором пришествии Твоем благослови Надежду, Валентину, Екатерину, Галину, Анастасию, Евгения, Александра, Сергея. И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И найди потерянного Александра, укажи, где он, Господи. И блуждающих Алексея, Сергея останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва,
Виктора, Александра и неведомых нам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Воззри на угрозы врагов, на их потоки лжи. На все, Господи, святые места, они возводят хулу и сами не благовествуют. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. И благослови благодетелей наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Благослови Елену, Людмилу, Надежду, Юрия, Эдуарда. И помоги нам, Господи, в издании трехтомника Нового Завета с блаженным Феофилактом толкования. Чтобы мы не были обмануты там. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваох. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. И в вечности воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими и ходатайством дивным, и покроем опором любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия, и посеянные нами, и даст обильные добрые плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежда, Людмила, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истину Христову веру, дабы не верил лжепророкам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю тебя, мой добрый ангел. Сколько лет ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся, и каждому дару доброе жилье Сергею и Гавриилу. И благослови Михаила, Елену, Романа и Катерину с жильем. Все устрой, чтобы там могли приходить гости, свидетельствовать о тебе и вместе молиться. И каждый дом сделай как храмом. Аллилуйя! Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Да примет Господь молитвы Твои о людях и о живности, облегчающие наше пребывание в этой доле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода то нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илею добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, святые евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем о жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас,
Святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Космая Демьян Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на чело или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающих людей, что будто бы от предсказанных тобою казней можно избавиться какими-то ухищрениями, союзами, соглашениями, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. И по слову твое говорит, что третья часть населения исчезнет с лица земли от всех язв, которые будут. Твои пречистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны. Восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И этому надлежит быть, говорили твои уста, Господи. Это непременно будет по любви твоей, чтобы привлечь людей к покаянию, ибо за гробом нет покаяния. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысли еретиков и сектантов разруши, развей, в ничто преврати. Благослови призванных, Господи, на военную службу братьев наших. Никиту, Александра, Максима и готовых быть призванными Иоанна, Георгия. Не допусти, чтобы они были убийцами, чтобы руки свои не обогрели чужой кровью, и возврати их в целости и сохранности. И каждому дары духовное рождение, чтобы они были там светильниками, как на вершине горы город сияющий. Слава тебе, Господи, посети узников, томящихся в тюрьмах, в лагерях, в психиатрических темницах. Дай им свободу. Ты можешь это сделать. Благослови Сергея, Илью, пытаемых, убиваемых детей твоих по всему лицу земли. Укрепи, дабы никто не отрекся от тебя, Христе Боже наш. Прими их в обители вечные. Слава тебе. Научи нас ценить то, что есть у нас сегодня. И смотря на это изобилие, чтобы уста наши были наполнены благодарностью и славословием тебя, Христе Боже наш. Аллилуйя. Молите Бога на святые жены и девы. Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Материк София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокорливость Галины, семейства ее, Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Слава тебе, Господи, благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. Дивные дела твои, Господи, славим тебя за этот чудный день. Прибуди с нами и мысли направ к горнему во всяком деле. Тебе слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. Соедини наши молитвы
с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший все, что мы видим и не видим. И Ты все сохраняешь от повреждения и уничтожения. И Ты Бог, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Путешествующего благослови Константина, болящего еще Дмитрия, Ольгу. Пошли им исцеление и терпение перенести все. Надежду, Антония, Дмитрия, Тебе, Боже, хвала, Тебе слава. И наши молитвы прими, исполни о всех заповедавших молиться о них. И о незаповедавших молимся, и их привлеки через покаяние. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. У нас после утренних молитв считается Слово Божие. Кто, может быть, новенький и не знают, считают наши сестры Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Попеременно. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи, на чтение Священного Писания, толкованием блаженного Феофилакта. Даруй разуметь написанное и исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, с 20 стиха. «Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Толкование, то есть, чтобы мне как должно защитить себя, как проповедника веры, с дерзновением и мужеством и великим благоразумием. Но к кому же ты исполняешь посольство? К людям, чтобы примирить их с Богом. Но они связали меня, хотя по закону послы не должны подвергаться никакому насилию. Итак, хотя узы положены на меня, чтобы обуздать мое дерзновение, но ваша молитва откроет мне уста, чтобы дерзать и говорить все, что повелел мне, поручивший мне посольство. Видишь ли, меч есть дерзновение в проповедании Слова Божия, которое Павел хотел говорить в откровении уст. 21 стих. «Дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Толкование. Что относилось до учения и утешения, то сам объяснил через послание. Но когда вспомнил об узах, не останавливается на беседе о них, а оставляет нечто и Тихику рассказать о нем, чтобы не бесполезно было присутствие этого брата. Так как он возлюбленный, то все знает, так как верный, то не солжет. В Господе служитель, то есть служащий для Бога и в божественном деле, а не ради чего-нибудь мирского или относительно чего-нибудь земного, или брат в Господе, то есть духовный брат. 22 стих. «Которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши». Толкование.
Святой Иоанн Златоуст так говорит, чтобы вы узнали о нас, то есть да возвестит вам, что со мной, и не допустит вас унывать из-за меня, так как я нахожусь в бедствиях и ношу узы. А это указывает на любовь и с его стороны к ним, и со стороны тех к нему. 23 стих. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Толкование. «Просит им мира и любви с верой, а это значит следующее. Или чтобы они любили не инославных, а одних верных, или что и веру нужно иметь им для того, чтобы иметь надежду относительно будущего. Ибо без веры бесполезна любовь, и даже более без веры не было бы любви». Что и сказал он словами «мир» и «любовь с верой». Научая же, каким образом мир будет, присовокупил через любовь. А любовь каким образом, если будем иметь веру? 24 стих. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Толкование. «Здесь отделил мир от благодати, особо поставив то и другое, хотя повсюду соединял их». То есть в чистоте или любящих Христа не в богатстве и славе, но в нетленных благах, то есть ради нетленного, или что любящий Христа через добродетель его любит, ибо грех есть тление, а добродетель нетление, ибо как о деве говорим, что растлевается, так и о душе. Посему и Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились, 2 Коринфянам 11:3, и развращенные умом, 2 Тимофеям 3:8. Посему следует и нам показывать любовь ко Христу посредством чистоты в жизни и стремление к тем нетленным благам, и вообще посредством всякой добродетельной жизни, которая соблюдает душу непорочной, нерастлеваемой ни учением, ни нечестием, соблюдает в самом Христе, непорочном женихе, девственных и непорочных душ, которому слава во веки веков. Аминь. Послание к филиппийцам апостола Павла. Предисловие. Филиппийцы – жители города Филипп, находящегося в Македонии и названного так по имени основателя его Филиппа. В то время они были в зависимости от митрополии Фессалоникийской. Павел много говорит о них доброго. Послание это писал он, когда находился в узах, так как после первого защищения на суде, о котором упоминает в послании к Тимофею, он снова взят был в узы. Глава 1, 1 стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Иисусе Христе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». Толкование. Здесь апостол не выставляет своего апостольского достоинства, но просто называет себя рабом Иисуса Христа. Велико, конечно, и это наименование, только оно более общего характера. Когда же он пишет к Тимофею и Коринфянам, то называет себя апостолом. Почему это? Потому что там хотел он многое устроить, а потому и выставил на вид свое апостольское достоинство. Здесь же ничего подобного он не заповедует, но как бы считает их равными себе, так как и иудеи называли себя святыми, поскольку они были народом святым, то апостол и прибавил «во Христе Иисусе». Потому что находящиеся во Христе Иисусе действительно святы, а те, иудеи, нечисты. Епископами он назвал здесь пресвитеров, так как в одном городе многих епископов не было. В то время еще не было различия в названиях, и сами епископы назывались диаконами и пресвитерами. Поэтому, когда Павел писал к Тимофею, как к епископу, он говорил «исполняй служение твое». 2 Тимофею 4:5, а затем «которое дано тебе с возложением рук священства». 1 Тимофею 4:14, то есть епископов, потому что пресвитеры не рукополагали епископа. С другой стороны, и пресвитеры назывались епископами, так как и они, очевидно, наблюдали за народом, чтобы очищать и просвещать нуждающихся. Почему же он теперь пишет клиру, чего в другом месте нигде не делал?
потому что они сами послали Епафродита, который принес апостолу потребное для него. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Толкование прилагает обычное приветствие, желая им быть исполненными благодати, чтобы они не превозносились друг перед другом и через это не лишились мира и единодушия, потому что благодать получают те, которые свободны от гордости. Третий и четвертый стихи. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». Толкование. «Всякий раз, как вспоминаю о вас, — говорит апостол, — а это я делаю всегда, я прославляю Бога за то, что вы столько успели в добродетели. Но несмотря на то, что вы так славны в божественном, я не перестаю молиться о вас, но молюсь за всех, чтобы вы еще и еще преуспевали. Так как можно вспоминать и с печалью, как, например, говорит в другом месте, от великой скорби и стесненного сердца, я писал вам». 2 Коринфянам 2:4. Почему воспоминания с радостью есть свидетельство их добродетели? Пятый стих. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Толкование здесь свидетельствует им о великом и истинно апостольском их деле. Он говорит, что сообщники и соучастники мне в труде благовествования не в то или другое время, но с тех пор, как уверовали, даже и до ныне. Как же вы участвуете? Посылая мне все нужное и заботясь обо мне, потому что кто содействует и помогает всевозможным образом трудящемуся в каком-либо добром деле, тот является участником в его деле, как те, которые заботятся о мучениках, и те, которые отъемлют всякую заботу о мире у подвижников, и те, наконец, которые учителям дают возможность не отвлекаться, становятся участниками их венцов. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси Христос! По славу Божью! По утрам еще читает брат Михаил Каримов проповеди.